Всем добрый день. Сегодня расскажу вам про интересную тему. Она бывает только раз в году, когда у человека день рождения. Вот. И на самом деле это такой, как говорится, символический день для любого человека, потому что каждый человек это проходит раз в году. И в этот день, ну, в районе этого дня происходит некоторое, так сказать, обнуление энергетики, смена энергии. Вот. Ну и большинство людей, они как бы либо накануне дня рождения, там, за неделю, за две заболевают, либо после, ну, какими-то простудными заболеваниями и прочее. То есть у них снижается энергетика. Но на Востоке это знали, поэтому они рекомендовали делать определенные действия. Ну, например, вот индусы, они рекомендовали читать мантру Маха Мритюджия на день рождения и ее читать около 100 тысяч раз. Да, 100 тысяч раз надо прочитать эту мантру. Сейчас я вам ее прочту. Читается она так. Ом Трембакам Яджнамаха Суганхим Пуштишвартханам Урварукамива Барханан Митьор Мукшия Мамратат Ом. Вот, то есть такую мантру читают, и читают они ее 100 тысяч раз, то есть, ну, где-то перед началом дня рождения, и, ну, в общем, вот, чтобы вот это вот время дня рождения попало как аккурат, значит, они вот себе энергетику нарабатывают, и считается, что эта мантра, она очень сильная, и она человека, и мало того, что охраняет от всяких негативных, так сказать, влияний, да, ну, и дает ему, как бы, вот такой вот вперед, как бы направление на целый год, да, такое хорошее, да, то есть такой заряд мощный дает и поддержку. Ну, вот это вот у индусов что делают обычно в это время. Ну, еще делают всякие приношения, скажем, там, тем божествам, которые они верят. Но у европейцев этого нету, все это утеряно давно, к сожалению. Вот. Но буддисты тоже совершают определенный обряд. Они, так сказать, приносят там, где алтарь, где находится, так сказать, изображение Будды, либо статуэтка Будды, они приносят фрукты, воду обязательно, цветы. И вот, поднося Будде, они просят, значит, просветления, скорейшего просветления тому человеку, ну, у которого день рождения. Но на самом деле вот у буддистов мне нравится обряд. Почему? Потому что они вот это делают, ну, и другим людям, скажем, там, сегодня у какого-нибудь там достойного человека, который занимается практиками Будды, идет по пути Будды, день рождения, и вот его, так сказать, друзья, они вот тоже, если они буддисты, делают это приношение, подношение, вот, и просят, значит, вот, чтобы у него быстрее наступило просветление, да, ну, там определенные слова говорятся, я не буду говорить сейчас о них, вот так вкратце, вот, то есть, в принципе, значит, это вот, как бы, на Востоке происходит. Еще есть одни практики, например, когда у человека день рождения, как бы намечается, ему бы хорошо выйти немножко из социальной жизни и заняться практиками медитации, дыхательными практиками, чтобы поддержать свою энергетику, потому что энергетика в это время падает. Вот. Ну, естественно, если вы желаете кому-то в день рождения там любви, радости, гармонии, здоровья и прочее, прочее, это очень хорошая карма, вы создаете очень хорошую карму и поддерживаете данного человека, у которого день рождения. Вот. Ну вот, в двух словах, о днях рождения.